Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы-всадники Олуха. Седьмой день, и за это мы получаем с тобой 900 бревен. 900 бревен, это так мало. На самом деле нам нужно с тобой 40 тысяч бревен, насколько мы помним, да, для того, чтобы нам улучшить. Хотя тут уже улучшено. Ну-ка, подожди секунду. Ох, как красиво. Сколько вмещает он уже? Так, вместимость 50 тысяч бревен. И также 50 тысяч рыбы. Так, что у нас тут? Опа. Забираем. Блин, а яйцо-то было вот здесь, друзья мои. Так, ну что? Давай-ка посмотрим, что у нас тут по заданиям. Так, поищите нюхохвата. Давай-ка мы отправим на поиски нюхохвата. Естественно, бесплатно, друзья мои. Естественно. Так, что у нас тут с тобой? Я так понимаю, пак? Ага, созрел. Ну-ка. Ужасное чудовище. Так, громель. Разряд, какой разряд? Злобный змеевик, ёлки. Разряд. И открываем с тобой вот этот пак. Пускай активируется, да? Через 8 часов он откроется. Ребята, мы сегодня поделимся обязательно на арене за 2 пака вождя. Никуда он от нас не убежит. Вначале я хочу здесь посмотреть, что нам здесь с тобой доступно. Что вообще здесь есть у нас. Так. Тут ничегошеньки нету. Временные события. Конфетки. Какие еще конфетки? Так, новое сезонное событие. Получайте новую сезонную валюту и обменивайте ее на эксклюзивных драконов. Образы и украшения. Даже вот так вот, да? Значит, конфетки где-то мы с тобой должны получать, зарабатывать. Так, премиум. Вот 6000 рубасов платишь и получаешь динамага плюс 2000... рун, 15 тысяч бревен и 15 тысяч рыбы. Но это, ребят, я не знаю, для кого такие цены. Может быть, у них там в Америке это нормуль считается. Цыпа, уникальный. Всего 2 рубасика, ребят. Всего лишь 2000 рублей, господи. Сущие копейки, да? Ух, нифига себе, получить судноглот. Блин, смотрится он, конечно, прикольно. Но 4000 рубасов. Понимаешь, да, что... Ну, это серьезные деньги, на самом деле. Для игры такого уровня это очень серьезные деньги. Так, ну что, друзья мои, давайте-ка мы этих олухов... Что это они у меня тут сидят, прохлаждаются? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Сидят, не работают, зевают, спят на ходу, господи. Так, иди-ка за бревнами, ты у меня пойдешь за рыбой. Ты у меня полетишь опять же за бревнами, хотя тебя можно обучить... Ну, я думаю, что лучше бревна поищет, пускай, да, он? Пускай поищет нам бревнышек. Так, теперь давай определимся. Для того, чтобы нам что-то с тобой новенькое построить, кстати. Какой чудесный день. Астрид не терпится отдохнуть вместе с Грамгильдой. Влетая на территорию Драконьего края, она замечает, что стены укреплений в пробоинах и подпалинах. Тут кто-то хозяйничал или что-то. Давай ремонтик с тобой сделаем. Бесплатно. Так. А что здесь у нас происходит? Мы с Сарделькой расслабились в горячей ванне, когда услышали низкое ворчание. Я подумал, что урчит живот у Сардельки. Но звук доносился со стороны моря. Я оглянулся. На нас неслась огромная волна. Спасите драконов. Бесплатно. Так. А здесь-то вот что нужно, ребята, я не помню. 45 викингов. 45 викингов нужно, а у меня всего лишь 23. И для того, чтобы построить следующую хибарку, нужно 45 тысяч бревен. Слушай, смотри, здесь 45 тысяч бревен, да? И нам дадут 12 викингов. Здесь же 90 тысяч бревен и дают всего лишь 10. Нету логики, ребята, согласитесь. Вот это вот что такое, еще тоже непонятно. Изваяние бойца Олуха. Что за изваяние? Что они делают? Снижает число драконов, которых необходимо победить, чтобы получить набор вождя. О, как! А вот это что? Выводите детеныша быстрее. То есть каждое изваяние что-то дает нам? Слушай, а я не знал. Я не знал, что так все происходит. Так, ну, руны, это понятно. Карты. Вот она, бесплатная карта. Монеты Одина. Кстати, монеты Одина тоже ведь куда-то идут. Я пока не знаю, куда, ребят.
Ага, дымодышащий душитель, шепот смерти, злобный змеевик и все. А, нет, рыба, руны, бревна. Обычный. Дракон, премиум. Блин, драконы, конечно, тут классные. Вообще, их можно получить как-то, кроме премиума? И вот здесь я не могу понять, почему они меня все время сюда отправляют. Что я им тут должен сделать? У меня же ничего нету. Все источники, приключения. Ну и что? Это зевун, это сколько он... сколько он получает, да? 189 тысяч в час ресурсов добывает. Не кисло, согласись, да? Но такого дракончика мне не видать. А вы сколько получаете? Так, 2000 в час. Да. Подожди-ка, или что здесь у нас? Тут непонятно, видишь, тут М час, и тут просто вот здесь 11 часов. 11 часов 10 минут. И здесь то же самое. Что это дает, что это означает, я, честно говоря, не знаю. Так, что у нас здесь? Оборона. Это олух? Слухи не врут. Деревня огромная. А сколько здесь ресурсов? Я мог бы превратить остров изгоев в подобное место. Или мы можем просто разграбить олух. Не зря же меня называют Элвином Вероломным. Налетчики на горизонте, Икинг, вспомни, чему тебя учил стоик. Такое разве забудешь, он повторял всего лишь 6 раз на дню. Вождь защищает свое племя. Я отправлю парочку драконов, чтобы разбить этих налетчиков. Ха, смотрите-ка. А вот и маленькое недоразумение стоика. Беспомощный Икинг решил потягаться с могучим Элвином. Так, налетчики, часть первая. Разбейте вражеский флот. Соберите ресурсы и предметы, чтобы освободить. Так, назначьте двух драконов, размещенных на улухе, на оборону острова. Так, это у меня будет, наверное, знаешь кто? Вот этот вот. И вот этот. К бою, да, ребята? Поехали. Слушай, а как это все будет выглядеть? Это в первый раз. Опа. Что ж, приятель, в их флоте 2 корабля. Давай слетаем на разведку, чтобы узнать, с чем нам придется иметь дело. Ну, предположим, это флагманский корабль. Как только мы его потопим, налет прекратится. А этот корабль налетчиков, хвала богам, он не такой крепкий, как флагманский корабль. Защитите олух. Так, и... Эй, а что я должен сделать? Ну что ж, у нас есть чему им ответить. Давай воспользуемся катапультой. Давай вот этот вот... А, сюда? На тебе. Прямое попадание. Однако это флагманский корабль. Одной катапультой не потопить. Пора призвать на помощь дракона. А ну-ка. Вызываем. Драконы всегда атакуют ближайший корабль. Почему все веселье должно доставаться только одному дракону? Давайте отправим в бой второго дракона. Конечно. Ага, так, а мы с тобой стреляем. Слушай, так мы сейчас... Мы сейчас с тобой этот... А, не хватает энергии, вот энергия, да? А как она копится? Пока непонятно. При уничтожении кораблей налетчиков флагманский корабль ослабевает. А мы получаем энергию, которую можем использовать в бою. Понял. На тебе. Сейчас мы его потопим. Есть. Слушайте, друзья мои, я не знал, что здесь вот такое будет. А это прикольно. Слушай, смотри-ка, здесь ключи. 3 штуки. На этот раз Икингу повезло. Но у нас осталось еще немало кораблей. Это не последняя встреча олуха с изгоями. Так, ну что, мы разбили и забираем награды. Так, а ну-ка. Вот оно что, да? Ключи закончились. Нет, не надо. Забираем награды. Не знаю, кто напал на нас в этот раз, но что-то в них мне показалось странным. Ну да ладно, надеюсь, эти налетчики больше сюда не вернутся. Ой, кого я обманываю, налетчики всегда возвращаются, это лишь вопрос времени. Нам остается лишь защищать олух. Вот так вот, друзья мои, происходят дела здесь. Так, открываем с тобой вот этого дракона. Ух ты! Нюхохват, ничего себе, у него раз, два, 4 головы?
Ничего себе. Четырехголовый нюхохват. Прикольный чувак. Так, что его покормить, наверное, надо, да? Давай покормим. Так. А куда он полетел-то? Эй. Нюхохват. А, я его отправил, наверное, на тренировку, да? Точно, друзья мои. Он пошел на тренировку. Как-то он слишком быстро так вырос. Окей. Так, что у нас еще с тобой тут за задания висят? Так, поищите нюхохвата. Погоди-ка, а у нас куда-то... Вот этот беззубик опять улетел. Куда же он полетел-то? Слушай, мы уже можем с тобой бесплатно здесь закончить обучение. Че я? Новая способность. Окей. Так, давай мы его еще чуть-чуть прокачаем. Что? Что такое? А, опять обучиться. Опять, ребята, он хочет обучиться. Ну, нюхохват — это хорошо. Что у нас тут по заданиям? Так, поручите драконам добывать рыбу в течение 8 часов. Мы только 2 часа, да, их заставили добывать. Злобного змеевика на 3. Это вот его, да? Вначале его обучить надо. Пускай летит, обучается премудростям. Так, что еще у нас тут? Ну, это понятно, это ограничение. Это нам не нужно. Задание забираем. Это мы с тобой заработали честно. Вот, кстати, друзья мои, где конфетки-то у нас зарабатываются? Обучите 3 драконов. Так, используйте ускорение 1 раз. И все, да? Так, отправьте драконов в приключения. Примите участие в заданиях обороны Олуха. Победите драконов. Так, в схватке получите 15 тысяч... Точнее, 12 тысяч единиц древесины. Вот оно как. Ну что же, нам с тобой остается идти в данный момент только лишь на арену. И я пойду. С удовольствием причем. Так, ну что, друзья мои, давайте делать с вами схватку. Кстати, надо будет про изваяние потом хорошенечко посмотреть. Может быть, мы что-то сможем все-таки с тобой построить. Так... Что у нас тут происходит? Ну что же, с кого начать? Наверное, вот с этого, да? Наверное, с него будем начинать. Ать! Больно. Ух! Понизили атаку. Ой, защиту. Успокойся, блин. Смотри, что делать, а? Кусь-кусь ему. Блин, добили. Отлично. Так, ну что? Будем теперь с этого... Нет, он, ребята, по-моему... Поставил отражение, да? Отражение атаки. Или же нет? Сейчас проверим. Я сейчас попробую его заблокировать. Шикарно. Так, и пошли его, как говорится, уже разбирать. Уклонение. Так, что он делает? Ага. Так, мы ему опять 25 сделаем. Солидно. Так, успокойся. Успокойся, родной. Все равно тебе крышка. Так, он может что-то замутить. Что, добиваем, наверное, да? Этого громля. Все, а здесь у нас... Подожди-ка, это что у нас делает? Понятно, повышает силу атаки. Слушай, в принципе, этот нам как бы не нужен. Если честно. У него не очень тут хорошо, конечно, все. По боевым. Давай. Окей. Ну, в принципе, ребят, все, мы его завалим. И вот этого тоже, кстати, надо заменить. Он здесь вообще не в тему. У него какие-то удары слабые и ненужные для нас. Так что будем менять с тобой. Так, и получаем, естественно, пак. Да, ребята, я собираюсь еще сделать боев, наверное, 6-7. Блин, завыл же поменять дракона. Да господи. Ну что же это такое, а? Что же это происходит? Так, смотри, вот этого надо, наверное, в первую очередь убирать. Все из-за него, да? Все наши беды из-за него. Да какое, блин, уклонение. Он, наверное, понял, да? Он, скорее всего, пронюхал фишку эту, да?
Ой-ой-ой-ой-ой, что же тут делает? Посмотри. Этого сейчас быстро закумарят. Да, ребята, закумарят его, скорее всего, быстро. Если я заблокирую, предположим. Так. Дальше этот никчемный удар. Так и называется, никчемный. Но так как у него пониженная защита. Оу. Уклонение сработало. Так, блокируем тогда дальше. Слушай, а может быть мы даже с тобой и победим. Фига себе. Или же не победим, ребята. Так, пока на равных. Блокировать будем этого. Обязательно нужно его блокировать, потому что иначе нам... Ох, удвоение энергии. Так, тихо. Так, он будет просто атаковать. Он будет нас просто с тобой атаковать. А мы тоже, ребята, будем в ответку его бомбить. Слушай-ка, есть такая вероятность, что мы сможем победить здесь. Есть, есть, ребята. Не стоит этому удивляться. Ага. Смотри, что мы сейчас с тобой будем делать. Блокируем. Так. Дальше. О-о-о, уклонились. Шикарно. Давай теперь его расстреливать и блокировать. Ну, это прекрасно. Это, ребята, прекрасно просто. Так. И, видимо, победный выстрел, да. Слушай, ну отлично. Конечно, потеряли с тобой одного дракона, но если брать в общем плане, было великолепно сыграно. Ну что же, еще два боя нам с тобой нужно сделать. Так, тихо-тихо-тихо, отмену, отмену. Вовремя успел, так, и хотел я заменить. Давай-ка мы с тобой, знаешь, что сделаем? Сарделька, ну как-то вот не хочется мне брать сардельку. А если мы возьмем с тобой громор... Так, подожди, информацию посмотрим. Поглощает урон, предназначенный... Нет, это мне не нравится, ребят. Так, а вот ты что у нас? Информация. Просто делает ускорение. Тоже как-то не особо... Видишь, мало драконов у меня. Мало, ребят. Так, а ты что делаешь? Тоже... Блин... И рад бы поменять, и не на что. Понимаешь, и не на что, ребята. Слушай, подожди, а почему у нас с тобой на арене нету, например, нюхохвата? Или как здесь вообще происходит? По редкости, по классу. У меня же больше намного драконов, согласись. Найдено 11 драконов из 42. Понятно, здесь, то есть, не все драконы присутствуют, да? Могут выступать именно на арене, а только лишь определенные. Все, понял, а то у нас, видите ли, нюхохват есть и все. Ох ты, смотри, какой у него шипастый. А где их находить? Находить? Ну ладно, нюхохват мы с тобой нашли, когда у нас Беззубик шел в путешествие. Блин, вот это вот противно, надо с ним разбираться, ребята. Так, понизили мы ему атаку. Нам, кстати, то же самое прилетело. Будем блокировать его, да? Или как? Будем? Блин, давай хотя бы броню снимем. Отлично, так, Беззубик, ты сможешь? Ну что это, ну? Что это за вшивый удар? Сейчас что-то будет... Ага. Просто укусил, да? А ну-ка. Так, он под гипнозом. Кого он будет бить? Не то ты делаешь. Этого добиваем. Есть контакт. Ох ты, вжарил-то как. И этот еще. Дымящий, а? Все, ребята, они наши. Мы их будем сейчас... Мы промахнулись? Блин, в плане. Подожди секунду. Ох, ё-моё. Вот это он влепил. Да, ребята, я не помню. А с какого перепуга мы с вами промашки дали? Это что за фокусы такие были, а? Я вот этого не понял. Хм. Так, ладно, давай этого. Опять, ты видел?
Опять не попали. Все, заблокировали мы ему способности. Он может нас и так вырубить, если честно. Если захочет. Или же... Нет, не успеет. Атакую. Да, друзья мои. Победа за нами. Но нам нужно еще с тобой один бой сделать, чтобы открыть только лишь первый пак. Скоро-скоро у нас будет с тобой третья арена. И там, наверное, будут уже награды получше. По-моему, кто-то говорил, что там даже будут паки открываться на драконов. Хотелось бы верить. Ну что? Изваяние героически. Так, не дает противникам... А вот это вот, не дает противникам уклоняться. Это как? Так. Ух ты. Подожди-ка, я... Что я за это трачу? Сезон изваяния производит ресурсы... В свой сезон. Скорость производства повышается. Обменять тусклый янтарь на блестящий янтарь. Так, а у меня не хватает же написано. Как ты мне это обменяешь? Опять он, смотри, опять он стоит тут и прохлаждается, а? Так, обучились. Этот вот молодец. Ищет бревна, как полагается. Остальные все просто прохлаждаются. Так, ты... Понятно, хижину. Тебе нужно хижину рыбака улучшить, понимаешь? Чтобы он пошел, ладно. Сейчас не в этом дело. Так, где у нас битва-то? Я уже забыл. Вот она. Мне нужно получить этот пак. Грамгинны, беззубики, водорез. Опять, смотри, опять там этот шипастый, зубастый этот дракон будет. Ух ты, их тут два. Значит, все-таки, ребята, это разные драконы, да? Ничего себе, он тут командочку подобрал себе, ты смотри. Да. Командочка лихая тут, не поспоришь. Так, ладно, будем с тобой этого, наверное, добивать. Следующий вот этот пойдет у нас в оборот. Так, повышенная атака сейчас этого бомбить будет, да? Ой-ой-ой, сейчас массовая атака, что ли? Нет. Нет, ребят, не массовая атака, слава богу. Так, понизим ему тогда броню. И атака у него была, да, пониженная, получается? Как же он хочет добить меня, а? Моего дракончика. Но мы его быстрее добьем, да? Так, удвоение энергии. Он уничтожит его, понятное дело, ребята. И у него есть способность отразить весь урон. Насколько помню, да? Так что он может это применить. Ну, посмотрим. Видишь? Он теперь в щитах. Но мы его пробиваем. Несмотря ни на что, мы его, ребят, пробиваем. Что он там? Хильнулся. Мне кажется, это ему не поможет. Не, ребят. Это бесполезно. Да. А мы с вами побеждаем. Так, и по-моему, если не ошибаюсь, мы с тобой сейчас получаем пак. Ну, а вот и он, родной. Давай смотреть. Ё-моё. А вот, ребятушки, и древоруб у меня появился. Ужасное чудовище. Так, водорез, громорог и беззубик. Ну что, я думаю, надо еще подраться, да? Вот за этот пак. Пак вождя. Так, секунду, я хочу глянуть кое-что. Или мне показалось, что он у нас появился? Наверное, ребят, показалось. Вот он. Нам не хватает, что ли, для него? Карточек, да? Требуется уровень 24. Погоди-ка. 24 уровень... Кого? Моего беззубика, что ли? Или что? Что-то я не... Я, если честно говоря, не очень понял. Требуется, говорит, уровень. Так, отпустить, может быть, этого, а? Ребят. Ух ты, взамен я получу 4000 рыб, да, пускай летит на свободу. Отлично.
Так, у нас с тобой, по-моему, это жуткая жуть. А, это криволап. Значит, это разные. Ладно, друзья мои, давай-ка мы с тобой еще подеремся. 5-й, 6-й, 5-й разряд. Блин, враг силен. Не по годам. Блин, как вот это меня раздражает. Начнем с него тогда. Ать. Ну, естественно, сразу же начинает нападать на моего бедного беззубика. Упс. Что-то здесь не то, друзья мои. Нет, 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 сейчас... Ой, кому-то... Трындец, вот это он вжарил. Добьют они мне его, наверное, быстренько этого. Понизим ему атаку. Понизим ему броню. Просто он уже достал, серьезно говорю. Упс. Подбили мне одного дракона, ребята. Уничтожили. Вот этого будем, наверное, с тобой глушить. Да, я буду его глушить. Ага, уклонение, отлично. Трындец. Уклонение, ребята, уклонение за уклонением. Так, смотри. Так, а у него есть, смотри, у него полностью шкала заполнена. Кого-то блокирует. Беззубика. Ой-ой-ой, друзья мои. Только бы попасть. Окей. Блин, полностью шкала заполнилась. Ну что же, давай попробуем. Я, правда, не уверен, что у нас здесь получится что-то с тобой. Но выпускать я его не могу, ребята. Тут все зависит от того, кто, как говорится, быстрее, да? Забомбит. Ну, ты видишь, у меня атака маленькая идет. Но есть отхил. То есть я отхиливаюсь каждый ход. И это как бы мое спасение. Но если кто-то из нас промахнется, то будет плохо. Так, он у меня 160 от него. Упс. Ну, предположим. Что он сделал сейчас? Отражение урона, да, ребята? А, ничья? Хм. Вот так вот, друзья мои. Не уложились мы с вами. Ну ладно, ничья так ничья. Жалко, конечно, ничего за это не получаем. А схваток нам нужно еще сделать с тобой 3. 3 схватки. Ну что же. Так, здесь у нас водорез. Ну, я думаю, надо начинать с водореза. Это по-любому. Смотри, что творит. Вот они все почему-то нападают на моего беззубика. Почему? Что он им так бесит? Или они просто знают, что он такой ватненький, слабенький, и над ним можно поиздеваться? Так, слушай-ка, мы сейчас, по-моему, с тобой водореза-то уничтожим. Ать. Или они меня уничтожат быстрее. Да, они быстрее меня уничтожили беззубика. Вот что не говори, но беззубика, по-моему, ребята, нужно менять. На кого только, опять же. Мы уже с тобой пробовали, да? Ах ты, у них атака повышенная, ты посмотри. Вот почему они так бомбят меня. Да какое, блин, уклонение, господи, ну. Ну это, ребята, все, это фиаско. Это фиаско, скорее всего. Это же надо было, а? Уклонение срабатывает. Так, ну ты ничего не делаешь. Интересно, завалим или нет? Есть контакт. Ну этот мощный, ребята. Опа, опа. Фаербол, да? Ой, друзья мои, вот это чудно. Это было просто превосходно. Он промахнулся своим супер ударом. А это говорит об одном. Блин, а это говорит об одном, что я не знаю, ребята. Сейчас он мне врежет. Подожди секунду. Ему крышка. Есть. Трындец, просто на микронах, ребята, выиграли. Фу, слава тебе, господи. Ну что же,
Еще две у нас битвы будет. Поехали. Так, подожди-ка, две. Ну да, две. У нас сейчас с тобой 8 очков, а нужно 10. По 3 очка за каждый бой, да. 2 боя. Ух ты! Первый раз такой вижу, ребята. Блин, и вот это тут. Как же он меня бесит, а? Я не могу. Давай вот с этого, наверное, начнем. Я не знаю, что это за дракон, если честно. Что это за дракон такой? Опа, но мы уклонились. Здравствуйте, приплыли. Ну, естественно, блин, этот огнем начинает шпарить. У него массовая атака огнем. Бесит меня вот этот чувак. Кто ты такой, а? Что за фрукт? Предположим, так. Так, и добиваем. Так, вот этого нужно блокировать, ребята, водорезом. Если, конечно, успеем. Ну ты видел все сам. Что-то тут говорить излишне, да? Нас тут, по-моему, ребята, уничтожат сейчас. Нас с тобой здесь, скорее всего, сейчас уничтожат. Да, без вариантов, ребята. Но это мне не поможет. Пс. Офигеть. Хотя нет, друзья мои, всего лишь 3 очка нам не хватает, а это значит один бой. То есть тут не имеет значения, проиграл ты или выиграл, все равно засчитывается, что ли. Ладно, это уже не столь важно. Так, водорез, этот хмырь и опять вот мелкое чудище тут вылезло. Начнем, наверное, вот с этого. Опять без зубика начинает бомбить. Ну что такое, а? Ну что вот это вот, как понимать? Они все время его бомбят, ребят. В первую очередь, блин. Опять. Сейчас кому-то будет кранты, да? Все, просто взял без зубика и сжег. Как он накапливает, ребята, я не понимаю. Да как-то у тебя всего 2 энергии было. Как он это сделал, объясни мне. Я не понимаю. Я этого просто не понимаю. Давай водорезом займемся. Так, защиту мне понизили. Смотрите, что творят, а. А ну-ка. Вот этого надо менять, ребята. Я всего лишь пользуюсь одним ударом у него. Пс, все, сдулся. Он, ребятушки, сдулся у нас. К сожалению. Так, что-то от него будет противное, да? Ну сколько же. Он еще и замедление врубил. Друзья мои, он меня замедлил. Улитку повесил какую-то. Ну что, у него суперудар за суперударом идет. А у меня, к сожалению, нет. Так, ну что, попробуем заблокировать. Немножко хильнемся хотя бы. Поможет ли мне этот отхил? У него... сейчас он сделает суперудар. Да, ребята, ну не суперудар, обычный удар. Ну я опять проиграл. Так, друзья мои, а у нас еще, оказывается, должна быть одна битва. Так, тихо, хорош. Убираем без зубика. Это. И вот этого убираем, и без зубика. Это уже, ребят, перебор какой-то, я тебе серьезно говорю. Так, водорез у нас стоит. Что ты делаешь? Да вот лучше вот этого я поставлю, наверное, сюда. Снарядить. Так, и вот этого уберем. А поставим. А поставим. Я даже не знаю. Что у тебя там? Вот. Вот его и поставим, ребята. Вот сюда. Все, поехали. Где там? Схватка. Сейчас заодно и протестим с тобой. Как здесь он, все у нас пойдет. Так, у него, блин, опять у него там этот огненный. И тоже водорез, кстати. Ну что же, давай потестим. Начинаем.
Ага. Ну-ка. Уклонение. Ну как же так? Ну как же так, ребята? Уклонение, блин, сработало. Так, это что, отнимает здоровье? Ну-ка. Ага, вот так вот. Это удар хвостом. Все, я понял. Это обычный удар, да? А он копит энергию. Вот, видишь, что творит. Просто берет одним махом и всех поджигает. Совсем офигел, а? Так, уничтожаем, да? Этого будем блокировать с тобой. Чтобы не применял больше никаких своих суперударов. Ага, ему только остается плеваться. А этот... Ай, как это, блин. Да он еще сам по себе какой-то мощный, блин. Тут вот хорек, ты посмотри. Удвоение энергии. А, слабая атака у тебя, поэтому все это чушь полная. Он этого может уничтожить, уже уничтожил. Ну-ка. Слабо. Это вообще, ребят, ни о чем. Будет блокировать, естественно. Естественно, ему блокировать надо. Почему так слабо бомбишь, а? Еще и защиту понизили. Все, ребят, сгорел. По-моему, еще хуже получилось, чем у нас до этого было. Ну, вот он и пак. Давай посмотрим. Так, душитель. Шепот смерти. Водорез. Неужели уровень получит? И этот, сарделька. Так, водорез, водорез. Где ты у нас? Вот он. Ребята, 7-й разряд он получит. Ну, это совсем другое дело. Совсем другое дело. Так, и сарделечка. Получает у нас с тобой 6-й разряд, да? Сарделька. Героический. Ну, неплохо. Неплохо. Так, а нам с тобой что? Нам с тобой нужно будет ждать, когда мы накопим целую кучу древесины, а точнее 45 тысяч. Для того, чтобы дальше могли развиваться. Это мы поставим с тобой мельницу, да? Появятся у нас с тобой крестьяне. Какие крестьяне? Викинги. В общем, еще очень долго, друзья мои, на самом деле, тут развиваться. Очень долго. Так, задания какие-то так получить. Так, откройте наборы. Так, и... О, здесь конфетки. Так, обучите дракон 20 штук. Так, соберите предметы. Тут дофига чего нужно делать. Ну что ж, друзья мои. Ух ты, подожди-ка секунду. Что это такое у нас? Построить. Оу, давай. Блин, не достает что-то там. Ага. Ладно, пока не будем, ребята, делать. Успеем. Ну, а на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.